В Гвардейском парке в Советском районе Красноярска открылось новое общественное пространство. Его обустроили ребята из трудового отряда главы города. Здесь есть книжный шкаф с бесплатной литературой, скамейки, кубы и сцена. В прошлом здесь формировались воинские соединения, в том числе 78-я добровольческая бригада. В память о тех временах здесь установили танк, пушку и самолет. На открытии бойцы отряда провели увлекательные мастер-классы и заверили, что благоустройство этого уголка города продолжится. На 80% нам удалось реализовать наши задумки, которые мы планировали. Вот. И, конечно же, немножко мы оставили на следующий год, чтобы совершенствовать. У нас еще есть август месяц, возможно, в рамках вот этого месяца, то есть мы сможем что-то доделать, и постепенно территория, площадка будет обустраиваться какими-то арт-объектами, малыми архитектурными форумами для комфортного пребывания здесь жителей Зеленой Рощи. Территория ответственности – это большое направление трудового отряда. В этом году у нас их около 10 на территории города. И вот мы сделали здесь такую территорию патриотической направленности для того, чтобы сделать здесь место, где можно просто отдохнуть и почитать книги, например.